Не нужен на берег турецкий, и Африка нам не нужна. Когда курорты Краснодарского края составят реальную конкуренцию полюбившимся Египту и Турции? Чем регион будет привлекать туристов и как поможет продвижение отрасли курортный сбор? Попробуем сегодня разобраться в деталях. Туристический рай. Именно так отдыхающие называют Краснодарский край. Теплый и мягкий климат, море, горы, развитая инфраструктура и многочисленные достопримечательности. Что еще нужно для полноценного отдыха? С каждым годом количество туристов на курортах Кубани растет. Тому подтверждением цифры. Только за 3 летних месяца край принял 9 миллионов человек. К слову, в 2015 их было на 1 миллион меньше. А вообще в этом году уже более 15 миллионов человек отдохнули в Краснодарском крае. Лидером стал Сочи, там было больше всего отдыхающих, 4,5 миллиона человек. На втором месте Анапа и в тройке лидеров Геленджик. Чуть меньше туристов было в Туапсинском, Ейском и Темрюкском районах. Спрос вырос особенно за последние год-два в связи с тем, что все-таки ситуация на международных курортах она поменялась. Да? Поэтому, конечно, те курорты, которые наиболее ближайшие, они все-таки стали роднее, пользуются спросом у туристов и, конечно, в общем-то, повышается, скажем так, не может быть не сильно быстро, но тем не менее повышается уровень инфраструктуры на наших курортах, что, конечно, радует и что замечают туристы. Сегодня туристическая отрасль уверенно стоит на ногах и развивается, а соответственно идет жесткая конкурентная борьба за туристов. Чтобы развивать внутренний туризм, губернатор края Вениамин Кондратьев на одном из последних туристских форумов в Сочи с участием помощника президента Игоря Левитина обратился к федеральным чиновникам с предложением снизить стоимость авиаперелетов. Это поможет привлечь в наш регион еще больше отдыхающих и повысить конкурентоспособность курортов, считает глава края. А для этого надо активно работать с авиакомпаниями, организовывать чартерные рейсы. Отдых должен быть доступным, он должен сам по себе быть комфортным и социально сориентированным. Курортам нужны такие комплексные туры. Перелет, проживание, а дальше и культурная, и экскурсионная программа. Не туристы должны прокладывать нам маршруты и создавать этот пакет услуг, а все-таки туроператоры, мы с вами должны проложить маршруты туристам. Понимание, как он проведет свой отдых, сколько будет стоить эта корзина отдыха, и что за эти деньги он сможет посмотреть и как он сможет отдохнуть. Кубань – это тот регион, где любой отдыхающий найдет себе развлечения по интересам и деньгам. Популярностью стали пользоваться агро-, этно- и винные туры. На винодельческих хозяйствах можно не только отдохнуть, но и посмотреть, как растет виноград, и самому попробовать сделать вино. Ставку власти региона делают на больное лечение. Это востребованный, но еще не раскрученный отдых. Поправлять свое здоровье в санаториях края и отдыхать можно круглый год. Это еще одна возможность загрузить курортную отрасль в межсезонье, неоднократно подчеркивал губернатор. Однако на Кубани оздоровительный туризм работает пока не в полную силу. Хотя местные условия, уверены специалисты, ничем не хуже, чем на европейских курортах. В этом году на Сочинском инвестиционном форуме было заключено соглашение в области бальнеологии общей стоимостью почти 2 миллиарда рублей. Мне нужна концепция, четкая концепция развития санаторно-курортного комплекса на 5 лет. Пошагово понимать, какие проблемы есть, как их решать, с конкретно ответственными по каждому пункту проблемы решения. Потому что все остальное мы или толчем воду в ступе, или говорим то, что уже говорили, или как бы чуть видоизменяем сказанное, но никуда не продвигаемся. В этом году зима наступила по календарю. Для любителей зимних видов спорта снега хватает, поэтому горнолыжный сезон можно официально объявить открытым. Он тоже внесет свою лепту в экономику региона. Новогодние праздники – это такой же горячий период для наших курортов, как июль и август. Отели горного кластера города Сочи уже практически забронированы на 100%. Мы планируем принять более 1 миллиона отдыхающих в зимний период. Но кроме горнолыжного направления, также Краснодарский край предлагает в горной и предгорной местности отдых и на термальных источниках, и конные прогулки, и пешие маршруты. И помимо всего обозначенного, нам необходимо здесь обеспечить, безусловно, функционирование бесперебойной всей инфраструктуры, как инженерной, так и туристской. Туризм – это отрасль, которой нужно заниматься постоянно и поддерживать ее в рабочем состоянии. На одном из госсоветов Владимир Путин предложил ввести курортный сбор для отдыхающих. Так называемый налог должен быть не обременителем для туристов, отметил президент. А все средства пойдут на развитие санаторно-курортной зоны, на благоустройство пляжей и модернизацию инфраструктуры. Так что следует ожидать, что количество отдыхающих на курортах Кубани в следующем году увеличится. Это все детали. До встречи.